со вчерашнего дня. Мы живем не в Волгограде, а в Венеции. Потом говорят, что у нас нет воды. Сейчас покажу, насколько это далеко протекает. Концессии водоснабжения, водоканалу нет дела. Приехал трактор, приехал еще один автомобиль. Постояли, посмотрели там на все дело, развернулись и уехали. Звоню, говорят, ожидайте повторного приезда. Я говорю, а также постоят? Ожидайте. Положили трубку. Вот, смотрите. Заезд во двор. Там, чтобы понимали, ездить нельзя, тротуар. Вот, к примеру, люди хотят попасть домой, это все вода. Как они должны подходить к дому? Не пройдут. Вот заезжаем в следующие дома, все в воде, не зайти. Вот дальше. Как туда попасть, как оттуда выйти? Вон, парень стоит бедный, не знает, что делать. Все во льду. Вот, по порог воды. Едем дальше. Сейчас покажу, откуда у нас бьют истоки горячей воды. А вот он, смотрите. Вот он, ручеек. Бьет, за воду все платим, всех все устраивает. Ни концессии, ни водоканалу нет дела, плевать. Ожидайте и все. Ожидаем со вчерашнего вечера.